«Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не комары, да мухи, да змеи». Только за последние несколько дней спасатели уже несколько раз принимали звонки от жителей Чебоксар об обнаружении этих присмыкающихся. Так позвонили сотрудники кондитерского магазина по улице Калинина. Продавщицы позвонили в нашу диспетчерскую службу, и наша поисково-спасательная служба выехала на место, используя специальные рукавицы, поймали змею, поймали ее между ящиками, между павильонами. Более опасную особь обнаружили в частном секторе. 12 июля в одном из частных домов жительница позвонила, что у него дома на участке появилась змея черная такая. И она позвонила, наши спасатели выехали, поймали. Змея оказалась гадюка, она очень ядовитая. И также поймали, вывезли за пределы города. Если и вы увидели змею, специалисты советуют не приближаться к ней и не пытаться спугнуть. Если змея все же укусила, стоит немедленно вызвать скорую. Если это произошло не в городе, наложить не тугую влажную повязку и как можно быстрее обратиться за помощью.